Готово на 30%. Улицу Старозагора приводят в порядок. Но это необычный ремонт. Здесь впервые применяют новый подход. Так называемый трехлетний контракт жизненного цикла предусматривает, что подрядчик после того, как все работы завершат, будет отвечать и за содержание дороги. И это, говорят эксперты, напрямую отражается на качестве ремонта. Что позволяет выполнить работы качественно, чтобы у подрядной организации был стимул не только хорошо отремонтировать ее, но и в дальнейшем качественно содержать, не повреждая при зимнем, в том числе, содержании, ранее отремонтированные элементы благоустройства. Всего на обновление улицы и трехгодичное содержание направили 300 миллионов рублей. Рабочие уже завершили фрезерование проезжей части на площади 30 тысяч квадратных метров. В настоящее время ведутся работы по ремонту инженерных коммуникаций и устройству придорожных плит. Проектом также предусмотрена установка светофоров, дорожных знаков и пешеходных ограждений. Не забудут рабочие и про нанесение разметки. Жители Самары преображению улицы Старозагора рады. Положительное отношение, давно пора этим заняться. Я надеюсь, что возле остановки тоже все-таки сделают так, как надо. Ну, в общем, я только за. Ну, становится намного удобнее ходить с коляской. Красивее все преображается Старозагора. Очень приятно, что делают, что заботятся. Комплексный ремонт улицы Старозагора ведется благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы на участке от Советской армии до Нововокзальной планируют завершить к началу сентября. В следующем году по тому же принципу отремонтируют уже другую часть Старозагоры – от Нововокзальной до Ташкентской. Мария Ильчан, Василий Кладашов, события.